Причины пожара на Озерной 16 станут известны через месяц. В течение этого времени будет проведена пожарно-техническая экспертиза и выяснены все обстоятельства происшествия. Об этом сотрудники Главного управления МЧС рассказали на встрече с журналистами. Напомню, 8 февраля в половину седьмого вечера в поселке Искателей загорелся 24-квартирный деревянный дом. Пострадали 12 квартир. Жителей расселили в места временного пребывания до подготовки маневренного фонда. В начале брифинга сотрудники МЧС показали журналистам видеоролик. Он подробно показывает, как распространяется огонь по квартире и что для этого необходимо всего 3 минуты. Потом пламя разрастается и на тушение требуется больше усилий. Именно такая ситуация произошла в доме на Озерной 16. Когда приехали пожарные, пламя полыхало в полную силу. Не со стороны подъездов, а со стороны, значит, главного фасада здания. Ну, сам видел, наблюдал, значит, было открытое горение из окон второго этажа. Мне показалось, что как бы двух квартир пока, потом уже было детально, что это была одна и та же квартира, уже понятно. Но вот из балкона, то есть это самая крайняя комната, вообще было очень интенсивное горение. Дополнительную трудность внесли сильный ветер и особенности деревянного строения. В квартирах между стенами много пустот. Она способствует скрытому распространению огня. Кроме того, после 10 минут тушения в пожарном водоеме закончилась вода. Сбой в подаче воды вынудил пожарных экономить расходный материал. Несмотря на это, ситуацию удалось взять под контроль. Пламени перешло на соседние дома. По истечении пожара сотрудники МЧС проводят детальный анализ действий штаба. Параллельно идет работа отдела дознания. Она поможет выяснить причину возгорания. Уже сегодня известно, оно началось в квартире 23. В данной зоне мной производился разбор пожарного мусора, в результате которого был найден человеческий труп. Было сообщено об этом в полицию. После чего уже работала оперативно-следственная группа. Личность сгоревшего мужчины пока устанавливается. Известно, что он не был прописан в квартире 23. На месте возгорания будет проведен детальный осмотр вплоть до просеивания пепла. Это поможет выяснить причину и виновников пожара. На это потребуется не меньше месяца. Валентина Чибичик, Роман Делимарский, телеканал «Север».